Хвалите рабы Господні, хвалите ім'я Господнє. Сьогодні Божий день, неділя. Бог дарував нам добру погоду, бо там, де я живу, там сніг покритий, тобто земля покрита снігом. Я їду до вас, у вас весна, у нас зима. Тому що ви благословенніші і да буде ім'я Господнє благословенно отнині вовек, от восхода сонця до запада, да буде прославлено ім'я Господнє. Сьогодні його славлять. Знаєте, на сонце сходить, де то заходить, але народ славить ім'я Господнє. І ми сьогодні присоєдняємось, брати і сестри, отак, 24 години, от сходу до заходу, ім'я Господнє прославляється. Хвала йому, молимся. На той першій пісні. Когда Христос меня простил, мне землю в небо превратил. Давайте поднимем. Когда Христос меня простил, мне землю в небо превратил, среди скорбей, среди угроз, там небо, где Христ, мой Христос, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя над сушей море, над землей. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя над сушей море, над землей. Там небо, где Христос со мной. Небесный мир мне был далек, меня Христос себя привлек, когда вошел Он в жизнь мою, с тех пор о нем всегда пою. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя над сушей море, над землей. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя над сушей море, над землей. Там небо, где Христос со мной. Не важно, где я теперь живу, на высоте, внизу, там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя над сушей море, над землей. Там небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя над сушей море, над землей. Там небо, где Христос со мной. Ваша молодежь посетила нас, может, пару месяцев назад, и мы также хотели приехать к вам и благословить вас. Мы из Эри Беркшир, Церковь Евангельской Веры, и просто хотим прославить нашего Господа, да будет Ему вся слава. Yeah.
Хочу поделиться как свидетельством моей жизни. На самом деле я родился, вся семья была христиан, ну, христиане все в церковь ехали, но так бывает, что не все всегда там останавливаются. Есть заблуждение, есть все в этом мир такой, что что-то так тянет туда, просто хочется. Моя жизнь не была так спокойна. Все на меня как вырос. У меня очень были хорошие оценки в школе. Такой, ну, можно сказать, спокойный. Но так случилось, что что-то меня тянуло это в мир просто, like, в грязь. И я начал себе яму просто копать глубже и глубже. Начал от первого так материться, потом все курить, пить. Но это как неважно. Так получилось, что я даже просидел в тюрьме, там не доходит 2 года, там, но Бог мне помиловал, а меня не оставил.
Как я раньше в нашей церковь проповедовал, что, ну, по-английски, when you become the child of God, he never leaves you alone. Как там в Библии написано, что пастух, когда овечка уходит в пустыне, он за нее пойдет. Он просто так не оставит. Он так со мной сделал. Первый случай, ну, когда пришел в тюрьму, я начал просто молиться. Покаяние, все это, like, просто хотел знак от Бога, ну, что я, он меня не оставил. Я в этот в сел пришел, там первая вещь, что я видел, это Новый Завет, там на столе стоит. Для меня это был знак, что Бог меня не оставил. Он меня смотрит, он меня любит. После этого я начал себя так движение, чтобы к нему ближе стать. Были такие, как tests, что он проверяет твою веру, если это конкретно твое решение или нет. Это дьявол там хочет подкинуть тебя или нет, если ты станешь, ну, я не один. Есть, это церковь, меня поддерживает друзья, семья. Бог как на первое место там за меня смотрит. Было много случаев после этого, как проверяют, после как вышел от тюрьмы, брат мне хотел подкинуть, чтобы я покурил, но я просто отстал и начал, ну, Библию читать. Мне это лучше было, намного приятно. Я думаю, это свидетельство будет больше к молодежи, что там в мире ничего хорошего нету. Там просто пустыня, будешь, это как... В сердце дырка будет больше и больше, шире и шире станет. Но когда обратно к Богу придешь, Он тебя намного как заполнит в это любовь, просто хорошее чувство, что никуда в другое место не хочешь пойти. Ну, не знаю, что больше сказать. Просто Бог вас все любит. Мне приятно быть с вами здесь, в церковь. Спасибо, что приняли нас. Чтобы на служение. Спасибо. Твоих руках
Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя в это утро за то, что Ты являешься нашим Искупителем, за то, что Ты пришел на эту землю, чтобы избавить нас от греха. Спасибо Тебе, Иисус! Мы благодарим Тебя, что Ты являешься нашим Искупителем, за то, что Ты пришел на эту землю и спас нас, оправдал нас, назвал нас своими. Ты сказал, что мы Твои дети. Спасибо Тебе за это, Господь. Мы также благодарим Тебя за то, что Ты послал Духа Святого, который пришел на эту землю и напоминает теперь нам о том, что Ты сделал для каждого из нас. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты сегодня берешь нас в Твой удел, и Ты пленишь наш разум в послушание Христу. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы поклоняемся Тебе, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Если у вас есть Евангелие, давайте со мной откроем Иоанна, 14 главу, 16 по 17 стих. Иоанна, 14 глава, 16-17. «И я умолю Отца, это говорит Иисус Христос, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет». И 26 стих. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иисус говорит: «Вот Мое время настало, Я ухожу. Но Я вам пошлю другого утешителя». То есть не какого-то непонятного другого утешителя, но такого, как Я. Он будет вам говорить обо Мне. Придет другой, то есть такой точно самый, как Я. Только он будет немножко другим, потому что его никто не может видеть. Это будет Дух Святой. Он говорит, Он придет, и Он будет с вами. Мир не может Его принять по одной причине. Где Он? Покажите, где этот Бог? Иисуса мы знаем, вот Он Иисус, вот человек ходил, Иисус, да? Люди видели Его. А где? Где ваш Дух Святой? Люди этого мира, они Его не видят, потому что Он невидим для них. Но для тебя Он есть видимый, потому что ты Его ощущаешь Духом Своим. Ты Его чувствуешь. И Он пришел на эту землю, чтобы нам напомнить об Иисусе Христе то, что Он сделал, о Его искупительной жертве. И Он сказал, что Он вас будет
водить. Дух Святой нас будет водить. Он будет с нами пребывать. Он будет нам показывать путь, куда нам идти. Потому что мы не одни. Иисус, когда был с учениками, Он показывал путь ученикам. Он учил их. Но теперь, говорит, Дух Святой будет с вами, и Он будет учить вас. Почему-то у многих людей представление о Духе Святом, что Он такой, как нежный голубь, что Он такой, его обидел, все, Он такой обидчивый. Он Бог. Понимаете? Дух Святой. Наш разум иногда может не понять, как это. Отец – это Бог, да. Иисус Христос – да, Бог. А Дух Святой, как некая сила. Но нет. Иисус Христос, Дух Святой является Богом, полноправным Богом, как Иисус Христос, как и Отец. Он такой точно. И Он, что самое интересное, пребывает с нами здесь, сейчас. И Он пребывает не только с нами, но и в нас. Он находится в нас. И если люди слушали Иисуса, и Он говорил, идите сюда, идите туда, то Дух Святой то же самое делает. Без Духа Святого мы ничего не можем. В нашем разуме стереотип сложился, что все должно быть по стандартам. Но Дух Святой, когда ведет, Он не ведет по стандартам. Он не есть Бог логичности. Когда Моисей сказал всему израильскому народу, помажьте косяки, перекладины дверей ваших кровью агнцев, то до этого никто этого не делал. Никто до этого не мазал кровью, не мазал никто. Но Бог через Духа Святого говорил Моисею. Потом Моисей стоит перед морем, сзади идет фараон. И Дух Святой ему показывает, что надо сделать. Дух Святой ему говорит. То, что кажется не поддается логичности, происходит. Мы привыкли думать, что должно быть по какому-то шаблону все в нашей жизни. Но происходит не все по нашему шаблону. Когда мы слушаем Духа Святого, то происходит не по шаблону. Вспомните Давида, когда он встретился с Голиафом. Этот человек, Голиаф, он поносил израильский народ 40 дней. Он стоял и поносил. Что такое поносил? Матюкал. Он унижал, он обзывал, он проклинал, он говорил самые ужасные вещи в израильский народ. И они 40 дней слушали и питались словом от этого Голиафа. Это был бесчинный человек, и он поносил. И когда пришел Давид, и он посмотрел на всю эту картину, он ужаснулся, что израильский народ ничего не делает с этим человеком. И он говорит, я его пойду с ним сражусь. И ему Саул говорит, на, одень обмундирование воина. Так принято. Так ты должен сражаться. Вот так должно быть. И когда он одел это обмундирование, сказал, нет, это не мое. Потому что он знал Бога уже. Он знал, потому что Бог уже его водил. И он уже знал голос, когда Бог ему говорил. Он был водим Духом Святым. Он знал. Почему я говорю, был водим Духом Святым? Потому что, вы знаете, в ветхое время Дух Святой сходил на пророков, на царей, на определенных людей. Он водил Дух Святой этих людей. Поэтому я говорю смело, что на нем был Дух Святой. И он водил его. И Дух Святой сказал ему, пойди к ручейку, возьми 5 камушек. И он пошел и взял. Поймите, так никто не сражается. Так не должно быть. Это нестандартно. Если в твоей жизни что-то происходит, какой-то тупик, и ты понимаешь, должно быть вот так, вот только такой выход, то это только ты так думаешь, что должен быть такой только выход. А у Бога 1000 путей. И Он знает свой путь. И когда мы слушаем Духа Святого, который с нами пребывает, Он нам показывает, куда идти.
Самое главное – научиться слушать Его, научиться познавать Его, Его голос, когда это Он говорит, и не бояться практиковать. Однажды, это на Украине, из Харьковской области Купянск. Это такой хороший городок, не маленький. И там был доктор. Это был главврач по хирургии. Это самый главный врач был. Ни одна операция без его ведома не проходила. По всему Купянску и по всей области. И этот доктор проводил операции уникальным образом. Он не мог проводить операцию на трезвость. То есть он был всегда пьяный. Потому что когда он не пил, у него руки трусились. Поэтому, чтобы руки у него не трусились, ему надо было выпить, чтобы скальпель держать, и руки не трусились. И представляете, к такому доктору, к пьяному доктору, люди попадали. И его звали Юрий Витальевич Чайка. Может быть, вы знаете, сталкивались с ним. И вот этот, он здоровым, большой мужик был. Почему был? Потому что его в живых нету. И вот однажды он уверовал, он пришел к Богу. Но из-за того, что он вел неправильный образ жизни, у него образовалась язва из-за того, что он постоянно пил. Он пил очень много. И вот когда он уверовал, он пригласил нас, говорит, приезжайте к нам на служение, побудьте с нами на служении. Мы приехали. И он говорит, у меня есть проблема. Помолитесь за мой желудок. У меня язва. И мы стали молиться за него. Молимся, молимся. И я чувствую внутри себя, что Бог мне открывает, что этот человек получает исцеление сейчас. И вот такому человеку, представьте, это не просто человек, а это главнейший доктор, главный доктор, когда он ехал пьяным за рулем в своей машине, когда он превышал скорость, его полицейский останавливал, и когда он показывал свои документы, что он Юрий Витальевич Чайка, все ему честь отдавали, говорили, едьте, пожалуйста, не спеша, потому что они понимали, завтра на операционном столе может кто-то из членов его семьи оказаться, и он будет подписывать бумаги о операции. Поэтому его все уважали. И вот этому человеку, представляете, надо сказать, что Бог тебя исцелил, когда он знает все о человеке, все о своем организме. И я ему говорю, Юрий Витальевич, вы исцеленный. Потому что я почувствовал, что Дух Святой мне открыл, что вы исцеленный. Он говорит, хорошо, завтра я пойду проверю. А он здоровый мужик, говорит, Вареца, моя фамилия Вареца. Он меня по имени не любил называть, потому что много Саш, а это Вареца, это особый человек. И он говорит, Вареца, я ж приеду к тебе, ты ж знаешь. Прошло 3 недели. Приезжает он в Харьков на служение, заканчивается служение. Весь народ хлынул в холл. И я слышу в холле, а он был выше всех на голову. Стоит выше всех на голову и кричит на весь холл. Вареца! Вареца! Знаете, мне аж страшно стало. Думаю, ну все, вспомнит сейчас меня. Я к нему подхожу. Он меня обнял. Знаете, втопил в себя, потому что он здоровый мужик был. Я в нем утонул, аж дыхание перехватило. Он говорит, Вареца, я же ж пошел на следующий день и проверился, сдал все анализы. Ты знаешь, и даже рубца не осталось от моей язвы. Слава Богу! Послушайте, но это были мои шаги хождения и познавания Духа Святого. Я узнавал, как Дух Святой мне говорит.
Я лично в своей жизни пытаюсь ходить и узнавать, Дух Святой или не Дух Святой. И если я ошибся, я буду знать, все, это больше не Дух Святой. Это, значит, были мои желания, мои плоти. Таким образом мы можем научиться в хождении с Духом Святым. Когда Он нам говорит, и когда не Он нам говорит, главное не бояться. Главное не бояться слушать Его. Потому что когда ты ходишь с Ним, это очень интересно. Это очень интересно. Когда Он говорит, что-то делай, то, что раньше, может быть, ты не делал. Это как израильскому народу сказал Бог, сказал тоже Дух Святой, я говорю, потому что это Он говорит. Потому что Он тогда говорил тоже. Он говорит, обойдите Иерихон 7 раз. Кто до этого обходил города, 20-метровые стены по 7 раз? Никто. Кто когда-нибудь кричал, и стены падали? Никто. Но Дух Святой сказал израильскому народу сделать так, и они сделали. Неординарно, не поддается логике. Дух Святой, Он говорит тебе что-то делать, и если ты слушаешь Его голос, и ты будешь делать, ты увидишь некое чудо в своей личной жизни. Когда-то Моисей, народ израильский, он не слушал Бога, он роптал. И Бог, прогневавшись на них, послал змеев. И помните, что сделал Моисей? Что ему Бог сказал сделать? Медного змея сказал. Поставь медного змея. И он его поставил. И тот, кто поверил, что медный змей может меня исцелить, когда змея кусала, он смотрел на медного змея и получал в тот же мгновение исцеление. Тот, кто верил, получал исцеление. Прошли годы. И давайте вместе прочитаем 4 Царство. 4 Царство, 18 глава, с 1 по 4 стих. 4 Царство. 18 глава, с 1 по 4 стих. «В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, молодой, 25 лет. 25 лет ему было, когда он воцарился. И 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил, послушайте, что он сделал. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы. Это все, что делали язычники и потом делал израильский народ. Они все делали противное Богу. И он сказал уничтожить это все. И истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы ходили ему и называли его Нехуштан. Ему имя дали Нехуштан. Ходили ему. Посмотрите, начало было правильное. От Бога ли был медный змей? От Бога. От Бога был медный змей. Но со временем он превратился в традицию. Мало того, что он стал традицией, они стали ему уже поклоняться. То есть, вот только так должно быть и все. Вот должен быть медный змей и все. Он исцелял, значит, все, он и будет дальше исцелять. Если мы ему кадили, если мы ему поклонялись, если мы к нему обращались, если мы верили в него, значит, мы должны дальше продолжать верить в него. Но время прошло. На то мгновение он, медный змей, работал, но со временем все. Он стал просто традицией для этого человека, то есть для этого израильского народа. И этот царь, слушая голос Духа Святого. Представляете, если бы это ему сказал бы не Бог, если бы это ему сказал бы не Дух Святой,
Те поколения, которые были перед Ним, которые поклонялись Ему, которые видели славу Божью когда-то через этого змея, они бы его убили, этого царя. Но так как сказал тот Дух Святой ему, как сказал ему Бог, он услышал, он послушался, и он убрал. Он сделал смелый шаг в своей жизни. Он не стал делать то, что делали его отцы. Он сделал первый шаг в своей жизни. Он отказался от поклонения Нехуштану, чего раньше бы не происходило. Если ты ходишь с Духом Святым, ты ходишь в смелости, ты делаешь смелые шаги, те, которые ты раньше не делал, то теперь в Духе Святом ты можешь делать. В Духе Святом, если Дух Святой ведет, если ты знаешь Его голос, ты будешь делать. Вспомните первоначальников, открывателей или пионеров пятидесятнического движения в Советском Союзе. Кто они были? Вы знаете их фамилии? Это Воронаев и Гирис. Два человека. И оба они были в Нью-Йорке, и оба они помогали друг другу. Один был главный по славянам в Нью-Йорке, а другой был его помощник. Гирис его был помощник Воронаева. Знаете, наверное, эту историю, да? И вот, если бы Дух Святой им бы тысячу раз сказал, а у них не было бы смелости, они бы не приехали бы на Украину. Они бы не приехали бы на Западную Украину. И не было бы сегодня нас с вами такого пятидесятнического движения, потому что благодаря этим людям пришло пятидесятническое движение. Потому что люди слушали голос Духа Святого и не обращая внимания даже на свой возраст. Знаете, часто мы думаем, ну, чтобы служить Богу, чтобы евангелизировать или кому-то что-то рассказывать, ну, это дело молодых, это удел молодых. Что самое интересное, Моисею было сколько лет, когда он начал Израиль выводить, начал служить Богу? Сколько? 80 лет! Представляете? Моисей 80 лет начал служить Богу. 80! Хотя он до этого написал псалом. Человек живет 70 лет, но а при крепости сколько? 80. Когда ему стукнуло 80, начал служить. И служил до 120. Если ты служишь Богу, Бог продлевает дни жизни тебе. Если тебе сегодня 80, начинай служить Ему на максимум, и ты увидишь, твои дни жизни продлятся. Потому что Он есть Бог благословляющий, и Он не Бог ординарный. Наш Бог, Он чудесный Бог, поэтому возраст не имеет значения. Если кто знает, как Бонке, семья Бонке покаялась, Рейхан Бонке, то один немец, вот извиняюсь, боюсь ошибиться в его фамилии, по-моему, Луис Граф его звали, точно не помню, как его имя правильно произносилось, он тоже уехал в Америку, прожил в Америке, и когда ему исполнилось 61 год, 61 год, не 25 лет, не 30 лет, не 40, 61. Люди уже 61, уже думают, где мне там местечко на кладбище найти, купить уже его себе. А он в 61 приехал в Германию и пешочком пошел через леса по деревням и ходил в дома и стучал, и спрашивал, где больные люди, дайте мне больных людей. И когда Бонке... Дедушка болел, у него все кости выкручивали, он кричал, он не мог лежать ни день, ни ночь, он кричал криком. И когда он, этот человек пришел, этот проповедник пришел в его дом, он говорит, дай мне свою руку, я помолюсь за тебя. И он рассказал им об Иисусе Христе и помолился. И этот человек в мгновение ока, как только он закончил молитву, как он только сказал аминь, получил исцеление. Полное исцеление. Он говорит, о, мои кости не болят. О, я исцеленный. 61 год. И он за 4 месяца образовал церковь 4000 человек. И по сегодняшний день в Германии стоит эта пятидесятническая церковь в 4000 человек. Они не потеряли количество людей. Возраст не имеет значения.
А вместе с Гиррисом, с Америки, то есть Воронаев это был в Одессе и пошел по Восточной Украине до России, и в Узбекистан и Азия, то Гиррис пришел и он начал служение Польша, Белоруссия, тогда были немножко другие, карта была по-другому, Западная Украина это была. Ну, то есть это сейчас Западная Украина. Тогда это были другие районы. Румыния была, Венгрия была. И когда он приехал, с ним приехало еще 10 человек с Америки. И тоже не молодые. И тоже были не молодые. Почему они приехали? Они слушали голос Духа Святого. Они слушали и повиновались. Надо иметь смелость повиноваться Духу Святому, когда Он что-то говорит. Благодаря этим людям пришло пробуждение по всей Украине. И не только по Украине, по России, по Азии, на Польшу, на Беларусь пошло. Везде пошло пробуждение. Благодаря нескольким людям, которые повиновались Духу Святому. Моисей 80 лет начал служение. Когда Павел покаялся, ты думаешь, когда я должен начинать проповедовать? Уже сижу годами в церкви. Павел, сегодня он идет в Дамаск, это в Сирии Дамаск, идет и гонит израильтян, те, которые уверовали в Иисуса Христа, гонит, чтобы их казнить. Тут встречается ему Иисус Христос. У нас леп сидит в доме. Три дня прошло. Как он был слеп. Пришел пророк, помолился за него. Он получил исцеление. И что Библия говорит, он начал делать? Этот Павел? Пошел! Представляете, три дня уверовавший в Иисуса Христа имеет самую ужаснейшую репутацию гонителя. И идет проповедует об Иисусе Христе. Люди в шоке, в синагоге люди в шоке. Как это? Как это может быть? Как это может быть? Третий день, когда ты был таким ярым противником Бога, ярым противником, всех готов был убить. Теперь ты за Иисуса Христа. День, год, ничто не должно повлиять на тебя, если ты слушаешь голос Духа Святого. Если ты его слушаешь. Когда Филипп слушал голос Духа Святого, он услышал, что надо ему идти к евнуху, и он бежит возле колесницы Евнуха. Представляете, что бежать возле колесницы Евнуха? Это был казначей всей своей страны. Казначей. Возле него охрана едет. И Евнух, и Филипп рядышком бежит. Эй, подожди, что ты там читаешь? Дай я тебе пристану. Библия говорит, и он пристал к колеснице, пристал. Такой навязчивый оказался, что он взял, пристал к колеснице. Говорит, что ты читаешь? А, Исаию, тебе не понятно. Слушай. И он начинает проповедовать. Потому что он слушает Духа Святого, что Дух Святой ему говорит, что надо делать. Дух Святой говорит. Когда ты слушаешь Духа Святого, он тебе покажет. Посмотри, кто сидит сейчас вот здесь справа. Посмотри, кто сидит вот здесь справа. Видишь брата, сестру? Сколько ты лет уже знаешь его? Посмотри, кто сидит слева. То есть справа, лево. Сколько ты уже знаешь его? Годами? А где тот, кого ты впервые видишь? Где тот, который никогда не знал об Иисусе и сегодня пришел в церковь? Где он? Где он? Где те люди, которые с нами сейчас не сидят здесь? Где они? Может быть, мое ухо закрыто, и я не слышу голос Духа Святого сегодня. Мне нравится мой сын, ему 15 лет, и он катается в скейт-парке. Знаете, скейт-парк? Это где катаются на досках вот этих, с роликами. И он там катается, и говорит мне, буквально на днях, говорит, пап, представляешь, говорит, я там одному наркоману, он уже, говорит, такой же последний наркоман, говорит, я ему сказал о том, что у нас группа есть, давай, приходи к нам. И он мне ответил, а меня папа уже приглашал.
Говорит, папа, когда ты успел вот этого наркомана пригласить? Когда ты успел? Я говорю, успевать надо. Но меня радует другое, что дети мои, они не стесняются говорить об Иисусе и людей тянуть. Кого? Да в самых последних. Самых последних приводить на группу, приводить в церковь, пытаться свидетельствовать. Знаете, может быть, этот человек от одного свидетельства не придет. Это как я сказал одной женщине, говорю, приходите к нам на группу, когда-то давно. И она не так и не пришла. Вот кому я бы не свидетельствовал, они как-то не приходят. Потому что я по одному разу говорил. Я на работе с одним человеком работал, я ему 4 месяца, день у день говорю, слушай, Сереж, он русскоговорящий, я говорю, Сереж, а он такой, знаете, вообще, ну, не, совсем не святой человек. Я говорю, тебе нужен Иисус, тебе нужен Иисус. Я говорю, вот давай, я говорю, пойдем со мной в церковь. Он говорит, у меня машины нету. Я говорю, ну давай, у нас будет группка, вы такие, давай ты это придешь на группку. Да ладно, мне сейчас некогда, у меня там, говорит, моя girlfriend, мы, в общем, она, не получается у нас. Знаете, прошло 4 месяца, из-за того, что капал я, капал, капал, капал. Я говорю, Сереж, у нас будет группа в это воскресенье, придешь? Ну, заедь за мной. Все, человек попался и пошел на группу. Когда мы слушаем Духа Святого и мы ведем себя смело, что-то начинает происходить, люди начинают слышать, и жизнь становится у тебя, как у христианина, интересной. А мало что интересной, жизнь становится правильной, потому что когда ты придешь на небо, то, что мы на похоронах говорим людей, дела идут за ним. Дела идут за ним. А мы еще придем, и мы еще должны принести с собой плоды. Какие плоды? Что я был хороший человек? Какие плоды я должен принести? Что я никого не обманул? Это хорошо, это все хорошо. Твое благочестие, это хорошо для тебя. Но плодов, где они? А что такое плоды? Спасенные души. Сколько ты людей привел с собой? Сколько ты их привел? С каким ты рассказал? Вот какие плоды нужны мне. Рассказать людям. Спешить быстрее рассказать им об Иисусе. Кто из вас рыбак? Есть такие заядлые рыбаки? Нельзя? Вот видите, я вообще, мне жалко рыбку убивать, поэтому я не рыбак. Но все, кто рыбаки, а почему нельзя? Апостолы были рыбаки. Наверное, сам заядлый рыбак, потом говорит, нельзя признаваться. Так вот, если у рыбака настоящего, вот давайте я у вас прошу, если у настоящего рыбака спросить, когда идти ловить, в какое время суток, на какую леску, с каким крючком, в какое время сезона, года идти ловить рыбу, да заядлый рыбак, он тебе так все расскажет. Он так тебе скажет, да нет, этот крючочек на эту не споймаешь, такого червячка нельзя, это... Там такие нюансы. Откуда ты это все знаешь? Потому что я рыбак. Иисус говорит, я сделаю тебя кем? Ловцом кого? Людей, человеком. Я сделаю тебя ловцом людей. Ты есть ловец. И как бы хотелось... Чтобы не рассказать, вот, выставить на фотографии, на Фейсбуке или где там вставляют. Вот, я споймал такую рыбу. О, какая большая, хорошая. Как бы хотелось сказать, вот, я споймал вот этого полковника или этого мэра города. Ох, какая рыбка мне попалась. Как бы хотелось слушать Духа Святого, когда он нам говорит, вот сейчас время сказать ему. Вот сейчас время пойти и засвидетельствовать ему об Иисусе Христе. Как хочется стать вот этим рыбаком людей. Ловить их. Потому что Христос для этого и пришел на землю. Кто-то может сказать, ну, кого Бог избрал, того и призвал.
А что с меня? Вот пусть Бог не работает. Ты же орудие в руках Бога. Ты являешься орудием. Я орудие Божье. Если я орудие Божье, я говорю: Бог, используй меня для этих людей. Используй. Я хочу, чтобы они познавали, они приходили, чтобы они спасались. Знаешь, если ты скажешь сегодня об Иисусе этому человеку, одному человеку, я скажу об Иисусе этому человеку. Знаете, и еще кто-то скажет. Знаете, какая работа будет Духа Святого на этой земле? Ух! И придет те 1850-е годы наш штат. Вы знаете, что в нашем штате 100% покрытие христиан. 100%! Вы представляете? Не было человека, чтобы он не знал о Боге. В 1850 году. Вы знали эту историю? Наш штат, особенно Сиракьюз, 100% покрытие. Почему у нас так много церквей? В каждом районе церкви натыканы. Почему? Неважно, какой деноминации, но они были, те христиане. Почему? Все ходили. Ты не ходишь сегодня в церковь? Ты не ходишь к католикам? О, значит, ты пойдешь к пятидесятникам сегодня. О, они тогда не было пятидесятников, тогда были трясуны. О, давай сюда, давай туда. И все куда-то ходили, они принадлежали церкви. При том, что у них не было машин. Не было машин, чтобы доехать до такой прекрасной церкви. У них не было селфонов, чтобы позвонить: эй, братан, ты сейчас где? Давай, приходи в церковь. Не было. У них не было коммуникации той, какой имеешь ты сегодня. Ты живешь в день технологии. Сегодня прекрасная технология. Ты можешь связываться с кем угодно, где угодно. И привести в церковь кого угодно. Потому что ты живешь в лучшее время. Бог дал тебе лучшее время. Поэтому, если ты сидишь дома, думаешь: ну, кто, что я буду заниматься вот этим делом, ходить кому-то рассказывать своим соработникам, чтобы потом они надо мной посмеялись, сказали: ха, где-то я прокалюсь, они будут говорить: ха, смотри, христианин, это тот, который меня приглашал в церковь. И нам не хочется быть униженными в их глазах. Нам себя жалко, мы себя уважаем, мы себя любим. Поэтому нам не хочется, чтобы кто-то за нас как-то говорил. Мы себя любим. Но Христос себя так не любил. Апостолы себя так не любили. Апостолы себя так не любили. Кстати, насчет апостолов. Мне нравится, как Владимир Франчук, это, знаете, это историк пятидесятнического движения нашего Советского Союза. Он называет Гиреса, Воронаева и те, которые приехали вместе с ними, их называет апостолами. Вы знали об этом? Все говорят: пятикратное служение. Это я немножко отойду от темы. Кто там? Пастыря, учителя, евангелисты, пророки, апостолы. Типа апостолов уже нету, осталось только 4 служения. Но если мы с вами, я хочу с вами просто кратенько посмотреть. Просто мне некоторые братья говорят: а ты что, ну не может такого быть. Вот давайте откроем вместе со мной Деяния 14.14. Деяния 14.14. Открыли? Затянул? Минутку. Деяния 14.14. Нашли? Давайте вместе прочитаем. Вы прочитайте, чтобы я не читал. Что написано? Ну кто смелый? Чего вы не смелые? Что там написано? Или вы без Библии пришли? О, народ Божий! Тут написано: но апостолы! Что такое лы? Множественное число. Хоть в русской, хоть в английской Библии. Одинаково написано. Варнава и Павел. Оказывается, мы знали, 12 было апостолов, правильно? Первозванных было 12. Потом Иуда, когда повесился, на его место стал Матфей. Стал 13-й. Потом, мы знаем, был апостол Павел. Но он уже не является из 12 призванных. Но он, апостол Павел, был апостол. И смотрите, тот, который был с ним в служении, который помогал ему в служении, это Варнава. И он причислен кому? К апостолам. Он является апостолом, оказывается. Вау! Интересно. Давайте мы откроем 1 Фессалоникийцам 1.1. Фессалоникийцам 1.1. 1 Фессалоникийцам 1.1. Тут написано: Павел, Силуан и Тимофей. Смотрите, 3 человека.
И там даже описывается, и вот они просто там послание пишут, что они приветствуют вас. И идем во вторую главу, в седьмой стих. Это все те же люди, все те трое, Павел, Силуан, Тимофей. Тут написано, мы, кто мы? Павел, Силуан и Тимофей, это мы. Там не написано я, мы. Могли явиться к вам, могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Мне один брат говорит, ну, могли, но не явились же. Правильно. Тогда, получается, апостол Павел не был апостол в таком случае. Если могли явиться как апостолы, но не пришли как апостолы. Но Павел был-то апостолом, как интересно. Тогда, получается, если мы, как апостолы, тогда, получается, и Силуан, и Тимофей, кто? Тоже апостолы. Апостол – это тот, кто выполняет миссию Иисуса Христа, который он слушает Духа Святого и идет, который является первопроходцем. Это как пионер. Кстати, многие люди пугаются слова «пионер». Это не коммунисты придумали. «Пионер» – это с английского слова, называется «первопроходец». Вот это слово откуда пошло, а не от коммунистов. Это как сейчас сказать «цвет радуги». Чей это цвет радуги? Геев. Простите, это Божий знак. Они украли, дьявол все ворует. Поэтому пионеры тоже сворованное слово дьяволом. Поэтому мы должны знать, что были такие люди. И вот. И вот, если ты хочешь славить своего Бога, ты должен нести эту Евангелие людям. И нести, знаете, не как так-то извиняющийся. Ну, прости, вот я там хожу в церковь, ну, может, ты со мной как бы сходишь в церковь, ну, знаешь, не уверенно так. Когда ты приглашаешь человека в церковь, ты должен хвалиться Богом. Ты должен знать, кто твой Бог, ты должен быть в Его присутствии. Почему? Ты не знаешь Бога еще. Пойдем со мной, и ты узнаешь, кто такой Бог. У него ответы на все вопросы. Он дает ответ на любой вопрос. Почему? Он Бог. Он всемогущий. Идем, и познакомишься с Ним. Идем со мной в церковь. Как ты еще не ходишь? Ты должен быть со мной в церкви. Ты должен прийти. Ты должен быть здесь. Почему? Все жизненные вопросы решаются. Если твоя семья, муж и жена, уже все, трещит по швам их отношения, в церкви, послушай, когда ты познакомишься по-настоящему с Богом, будешь знать Его реально, ты начнешь все забывать, прошлое отношение. Бог поможет. Он всемогущий. У тебя неизлечимая болезнь, рак. Вы знаете, что Америка номер один по болезням рака? Потому что люди любят химию пить, и они пьют тут кока-колу и прочее, потом болеют. У тебя рак? Тут почти у всех рак. Идем со мной, идем со мной. Иисус есть целитель, ранами Его я был исцелен. Расскажи свидетельство, потому что я знаю, что Бог тебя явил тебе чудо в твоей жизни. Расскажи людям, расскажи, что Бог сделал тебе. Хвались своим Богом, скажи, как Он чудесный, как Он славный. Пусть они узнают, в кого ты уверовал, ты знаешь своего Бога. Пусть они Его тоже узнают. Познакомь их с Ним. Дух Святой, Он хочет, чтобы ты слушал Его голос. Он твой утешитель, Он твой наставник, Он твой учитель. Слушай голос Его, не бойся оступиться. Тогда будешь знать, что это не Дух Святой. Не бойся, будь смелый. Иди за голосом Духа Святого. Слушай Его. Жизнь будет твоя интересная. Принесешь много плодов. И ты узнаешь, что такое, когда Дух Святой открывает об Иисусе Христе. Он открывает. Я уже заканчиваю. Вы узнаете, что такое об Иисусе Христе Он открывает. Как Он любит нас, Иисус. Как Он любит. Он открывает Дух Святой. Однажды Петр сидел со своими друзьями, с Иоанном и другими апостолами, на берегу
после ночной ловли, где они ничего не споймали. И им кто-то с берега скрикнул: «Закиньте сеть по правую сторону». Они закинули, уже не могли вытащить. Там было 153 рыбешки, огромные рыбешки. Они не могли тянуть. И тогда они узнали, что это был Иисус. И они пробежали к Нему, а Он уже там огонь развел, уже все там наготовил, там рыбка жарится, хлеб приготовил. И Он сел с ними завтракать. Это было утро, рассвет. И когда они завтракали, Иисус посмотрел на Петра и говорит: «Симон Ионин». Ты знаешь, когда ты смотришь свою жизнь, и когда ты понимаешь, тот, которого ты когда-то предал, он обращается к тебе. Он обращается к тебе, говорит: «Симон Ионин». И у него сразу картины пошли. Наверное, сейчас меня Иисус вспомнит. Как я так? За нож схватился, там ухо отсек человеку. А говорил: я верующий, всех люблю. А там такой беспредел устроил. И Иисус ему говорит: любишь ли ты меня? Да, да, люблю. Знаешь, пошла минутка, и опять Иисус задает вопрос: Симон Ионин! Знаешь, когда слышишь свое имя, когда тебе кто-то твое имя называет, ты сразу в картину: а что ж там такое? И она сейчас вспомнит мне, почему я предал его, почему я отрекся. Он говорит: ты любишь меня? Он: да, люблю. Теологи говорят, Иисус, Петр три раза отрекся от Иисуса, поэтому должен три раза был сказать «да». Но на самом деле, во что я верю, Иисусу не нужно было просто «да». Автоматом, знаете, так религиозно, так традиционно, так как обычно принято. Да, конечно, всех люблю. Он хотел услышать из глубины души: да, да, люблю, люблю тебя. Знаете, он опечалился, Петр, что он понял, что вот, да, люблю я тебя, Иисус, по-настоящему люблю. Паси агнцев моих. Если ты любишь сегодня Иисуса, если ты любишь, то Дух Святой тебе говорит: паси сегодня агнцев моих. Иди, смотри людей, кто не знает еще об Иисусе. Расскажи им, и пусть они сегодня сидят сегодня здесь, в церкви. Ты скажешь: время не то, не работает. Работает, работает. Люди слышают. Хотя многие американцы знают о Боге, они себя считают христианами, но они не знают Христа. Поэтому им... И как раз и нужно это Евангелие, чтобы они узнали о Нем, чтобы они пришли в церковь, где живой Бог славится, чтобы они прославили Бога вместе с тобою, здесь, на этом месте. Поэтому будь смелый, говори Слово Божье всем окружающим. Помни, Бог, Он не одинарный Бог, Он приведет их любым путем. Просто слушай голос Духа Святого, не бойся ошибиться. Ошибся, знай, это не Дух Святой, это была твоя плоть. В следующий раз... Слушай внимательней Духа Святого. Научись прилепиться к Духу Святому и быть с Ним. Пусть Бог благословит твое сердце. Быть огненным, горячим ради Иисуса Христа, который за тебя умер. Давайте мы с вами помолимся. Наполняй меня, спеваю я в траве, коли Дух Господь наполняет меня, спеваю я в траве.
Слава Иисусу Христу! Вы знаете, здорова церква – це здорова тоді, коли є здорова сім'я. Церква з грецького слова «еклезія» – це люди, які належать Богові. І місцева церква складається з домашньої церкви. Сьогодні ми маємо серйозні проблеми в Україні, і не тільки в Україні, а також в Америці і по цілому світу. Ми бачимо, що приймаються оці безбожні закони, де сьогодні на Україні приймають закони по узаконення гомосексуалістів, лесбіянок. Так само в Україні на сьогоднішній день, я не знаю, як в Америці, впроваджується закон, щоб удосконалити або узаконити інцест. Що це таке означає? Це означає кровозмішання, що сестра має право жити із братом, а батьки з дітьми. І це все зробити на законних правах. І для того, щоб була здорова церква, має бути здорова сім'я. І сьогодні наша ціль – це стояти в проломі. Сьогодні наша ціль – це піднімати руки. Сьогодні наша ціль – це молити і просити Бога, щоб Бог благословляв, і щоб на сьогоднішній день ми з вами залишилися вірні Богові. І ми сьогодні приїхали із моїми хорошими, прекрасними братями і сестрами, знайомими. Це велика сім'я дядиків, а по окремості сім'я конфедератів, Носовських, Биковських. І ми хочемо зараз заспівати разом з ними псалом для слави Господньої, прославити Господа. І хочемо, щоб кожен із нас, ми з вами сконцентрували свою увагу на тому, що з яким духом ми приходимо з хати і приходимо сюди в місцеву церкву, таке благословіння ми і переживаємо надалі. Ми зараз заспіваємо псалом для слави Божої. Thank you.
Слава Ісусу Христу! Знаєте, я хотів зразу почати з того, щоб читати Слово Боже, але так щось мені не виходить це свідчення. Я хочу поділитися з вами таким коротеньким свідченням для слави Божої. Як багато хто із вас є тут старших і пережили Радянський Союз, і знаєте, що таке, як при Радянському Союзі ми мали певні проблеми, певні труднощі, певні переживання, певні годіння. Я не буду зараз про це розказувати. Я хочу розказати про нашу сестричку одну, яка якимось чудним методом отримала таку невеличку Євангелію Гедіоновську. Якщо ви знаєте, така маленька Гедіонівська Євангелія. Її хтось подарив під час Радянського Союзу. Це було надзвичайно велике, цінне багатство. Ви знаєте, що тяжко було купити Біблії, тяжко було купити Євангелії. І я сам пам'ятаю, як я хотів таку маленьку Євангелію, дуже хотів, бо я хотів її в кармані носити, хотів, щоб вона зі мною всюди була. І от наша сестричка, вона отримала таку маленьку Євангелію, і в школі на перерві вона брала ту Євангелію, заходила там в кутик собі і читала цю Євангелію собі, знаєте, перечитувала Слово Боже. І от злі недобрі люди, вони це побачили, її однокласники, і пішли, сказали завучу, директору школи, що от вона там ходить і читає собі Євангелію. І вони прийшли і побачили, а вона стоїть там, знаєте, в куточку, десь там за пічкою, і читає Євангелію, і вони її побачили: ах, ти сектантка, а от ти така, ти от що тут нам в школі робиш, як ти собі дозволяєш, що ти таке собі тут хочеш робити, що ти хочеш нам тут сіяти. І стали на неї дуже сварити, закликали її вчительську, забрали цю Євангелію, викликали батьків там, насварили на неї, кажемо: ми забираємо від тебе, ти розумієш, що ти не можна це, що ти собі дозволяєш. І забрали від неї цю Євангелію. Забрали, повністю забрали її, забрали цю Євангелію і сказали їй, що ти розумієш, що ми не можемо і ти не маєш права тут собі читати і нам насаджувати якусь свою віру. Вона дуже плакала, дуже переживала, знаєте, їй було так тяжко, їй було так трудно на серці, але нічого не зробиш, сталося так сталося. І от вона вже закінчувала, це була восьмирічна школа, і вона закінчувала восьмий клас, і на лінійці випускний, і от директор всім вручає ці свідоцтва про закінчення вісім класів, і от підходить черга до неї, і він каже: така-то і така-то, ти закінчила вісім класів. Але я хочу запитати тебе, що ти хочеш взяти? Оцей закінчений атестат – це шлях у майбутнє, шлях в життя, шлях до того, щоб ти поступила ще в інші заклади, шлях до того, що ти будеш мати щасливе і хороше майбутнє і будеш мати прекрасну, хорошу, щасливу дорогу. Чи хочеш Євангелію? І вона так, знаєте, зразу, як почула про слово «Євангелія», вона розцвіла і вона просто закричала, каже: я хочу Євангелію. Вона каже: ти міняєш атестат на Євангелію. Вона каже: ні, Бога не можна проміняти. Я просто хочу Євангелію. І директор її віддав Євангелію. Віддав їй цю Євангелію. Він каже: ну я тобі не даю атестата. Вона каже: як хочете, але дайте мені Євангелію. Ви знаєте, через декілька днів він її викликав, і вона прийшла до директора, і він дає їй атестат, і він каже: ти знаєш що? Ти є вірна людина. Ти маєш правильну позицію, ти маєш правильне бачення, у тебе є ціль. Така, як ти людина, нам потрібно таких людей. Тому що такі люди, вони знають в житті, куди вони йдуть і куди вони прийдуть. Дорогі браття, ми вибрали Ісуса. Він є цар царів і пан панів, алілуя. Господь сказав: мій дім молитви. І сьогодні ми зібралися тут, в домі Господньому, де є присутній Бог. Він сказав: де збереться двоє або троє в ім'я моє, там я буду серед вас. Алілуя! І ви знаєте, я вже коротенько буду говорити за браком часу, але я хочу сказати декілька думок.
Ми маємо зараз з вами нелегке життя. Її називають постмодернізація. Ми маємо мобільні телефони, ми маємо швидкісні машини, ми маємо те. Але є одна проблема. Ми бачимо, як світ, він тисне сьогодні на нас, він тисне на церкву, він тисне на молодь, він тисне на наші сім'ї, він тисне на наших дітей. І він хоче просто викрасти, він хоче позабирати наші дітей, він хоче розбити сім'ї, він хоче посіяти сумнів, він хоче посіяти незадоволення. І я хочу коротенько говорити сьогодні за 4 кроки, які дають перемогу. Слава Ісусу Христу! Я сьогодні коротенько хочу прочитати місце і Слово Боже. Це друга книга царів, 19 розділ. Я читаю Слово Боже і коротенько сказати про 4 кроки, які Бог дає через них перемогу. Це друга книга царів, 19 розділ, з першого вірша. І сталося, як почув це цар Ізекія, то роздер свої шати та накрився веретою і війшов до Господнього дому і послав Еліякіма, начальника палати, і писаря Шевну та старших і священників, покритих веретами, до пророка Ісаї Амосового сина. І сказали вони до нього: так сказав Ізекія, цей день – це день горя і картання та наруги, бо підійшли діти аж до виходу утроби, та немає сили породити. І пропускаю далі 14-й вірш. І взяв Ізекія ті листи з руки послів, і прочитав їх, і війшов у Господній дім. І Ізекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. І Ізекія молився перед Господнім лицем і сказав: Господи Боже Ізраїлів, що сидиш на херовимах, ти той єдиний Бог для всіх царів землі. Ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо своє, та й почуй. Відкри, Господи, очі свої, та й побач, і почуй слова Санхеріна, що прислав ображати живого Бога. І пропускаю 35-й вірш. І сталося тієї ночі, і вийшов ангел Господній, і забив асирійського табору 185 тисяч. І повставали вони рано вранці, аж ось усі мертві трупи. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, щоб коротко, ми читаємо, як асирійський цар, він тут пішов війною. Він був дуже сильно озброєний, в нього було прекрасне військо, в нього були хороші солдати, в нього були певна зброя, певні катапульти, певне все це, що потрібно для того, щоб вести війну. І він приходив, і він наступав, і він тиснув, і він захватив вже Ізраїль через те, що Ізраїль, він не хотів слухатися голосу Господа і не старався жити по Слову Божому. І він прийшов і оточив Юду. Ви знаєте, сьогодні дьявол, він хоче оточити наші сім'ї, він хоче оточити наших рідних, він хоче оточити наших дітей, він хоче забрати в полон, він хоче посіяти сумнів, він хоче посіяти непорозуміння, він хоче посіяти страх. І знаєте, може хтось собі думає, та я вже стільки молився за своїх рідних, я вже стільки молився за своїх дітей, я стільки вже молився за чоловіка, стільки молився за жінку, але щось Бог або може не чує мене, або я так думаю, що це вже не треба, може, молитися. То я хочу сказати тобі, дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, ніколи не зупиняйся у молитовному служінні. Є той, який завжди хоче тобі допомогти. Слава Ісусу Христу! Його ім'я цар царів і пан панів. Халілуя! І він зараз є присутній на цьому місці, тому що він є присутній силою Духа Святого. Він є прийшов сюди для того, щоб благословити нас. Він прийшов для того, щоб потішити нас. Він прийшов для того, щоб порадувати нас. І ви знаєте, цей асирійський цар, він посилає посланців і каже: що ви там слухаєте Езекію? Що ви слухаєте, що його Бог, що він може щось зробити, він може спасти вас? Хіба ви не бачите, скільки я вже тих міст оточив? Хіба ви не бачите, скільки я захватив уже в полон різних людей, різну місцевість, різну територію?
Хіба ви цього не бачите? Навіщо ви слухаєте Езекії? І сьогодні дьявол каже, ну хіба ти не бачиш? Хіба ти не бачиш, що в тебе нічого не виходить? В тебе, може, немає успіхів у твоєму бізнесу? У тебе якась проблема фізична? У тебе якась духовна проблема? І не раз приходить, знаєте, така думка, і посилає дьявол таку думку, а все ж, де ж твій Бог? Ти бачиш, що немає твого Бога, що він не чує тебе. І дивіться, я хочу сказати, отут чотири кроки, які зробив Езекія для того, щоб отримати перемогу. Перший крок, що ми зробив, коли ми читаємо, дивіться, ми читаємо тут Слово Боже, і сталося, як почув це цар Езекія, то роздер свої шати. Езекія, він підкреслює, я є безсильний. Дорогі друзі, я сьогодні хочу підкреслити, що нам не варто сьогодні надіятись на якісь знайомства, нам не варто сьогодні надіятись на гроші, нам не варто сьогодні надіятися на якихось певних людей, нам не варто сьогодні надіятися на свій розум, нам не варто сьогодні надіятись на свої сили, нам сьогодні треба покластися на єдиного Бога. Алілуя! Він показав, він каже, я є безсилий, я нічого не можу зробити проти тої машини, я нічого не можу зробити проти цієї сили, яка йде, яка наступає, яка суне. Може, ти здається, що ти нічого вже не можеш зробити проти цієї хвороби, і ця хвороба тебе дошкуляє. Може, ти нічого не можеш зробити, і в тебе немає успіху у тій чи іншій справі. То я хочу сказати, прийди до Господа, Господь, Він є сильний Бог. Слава Ісусу Христу! І дивіться, він перше, він показує, я є безсильний, я не можу вирішити це питання, я не можу вирішити ту хворобу, я не можу допомогти собі в тій чи іншій ситуації. Друге, ми читаємо, що він накрився веретою, тобто він каже, я смиряюся, я покоряюся, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Галілуя! Ви знаєте, якщо на сьогоднішній день ми щось дуже, дуже так високо думаємо, щось покладаємося на свій розум, покладаємося на якісь свої певні знання або на ще щось, то я хочу сказати, щоб ми сьогодні смирилися і упокорилися під міцну Божу руку. Ми бачимо, як це завжди показував нам приклад Ісус Христос. Він прийшов, Лазар мертвий був, і він підняв свої руки, він підняв молитву, і він каже, я знаю, що ти завжди почуєш мене, але зараді тих людей він вчив нас, щоб ми смирялися і покорялися перед всесильним і всемогутнім Богом. Слава Ісусу Христу! Третє, що він зробив, це другий крок. Третій крок, він прийшов у дім молитви, не з церкви, а до церкви треба йти. Дорогі друзі, як стається якась певна проблема, стається якісь труднощі, стаються якісь певні переживання, дьявол якраз нас хоче вирвати з церкви. Ви знаєте, якщо є великий вогонь, і на цей великий вогонь можна поставити такий, знаєте, такий великий грубий кусок дерева, а пізніше забрати його з вогня. Да, вроді великий кусок дерева, і вроді він може навіть грубший, ніж ми підкидуємо там якісь дрібні тріски, але ми постійно у вогонь підкидуємо, він горить, горить і горить. А коли цей кусочок деревини забрати і поставити в сторону, вона спочатку буде горіти, а пізніше вона потихеньку, і вона потухне. І так само ціль дьявола вирвати тебе з церкви, вирвати тебе з дому молитви. Але Господь каже, треба йти в дім молитви. Якщо в тебе проблема, якщо в тебе труднощі, якщо в тебе переживання, іди в дім Господній, іди до церкви, і тут є присутній Господь. Тут є народ Божий, тут зібралися діти Божі. Слава Ісусу Христу! І четверте, що він зробив, він взяв оці всі листи, він взяв оце все відкрив і каже, Господи, от ти бачиш, як тут оцей цар асирійський, як він зневажає, як він дозволяє собі говорити, як він дозволяє собі глумитися, як він дозволяє собі тут говорити всякі недобрі слова. І так само ми приходимо і ми приносимо це, ми зараз будемо приходити в молитві, дорогі брати, дорога сестра, ми зараз будемо приходити в молитві перед лице Господнє. І
ти зараз так само можеш прийти з цими своїми листами, ти можеш прийти з своїми проблемами, ти можеш прийти з своїми труднощами і сказати: Господи, я безсилий, я нічого зробити не можу, тому що я є просто людина, ти є цар царів і пан панів, ти знаєш всю мою ситуацію, як написано, я знаю діла твої, ти знаєш мій вхід, ти знаєш мій вихід, я смиряюся, бо тому що, Господи, я звертаюся до тебе за свого сина, я звертаюся до тебе за свою дочку, я звертаюся до тебе за свого чоловіка, я звертаюся до тебе за свою дружину, я звертаюся до тебе за свій бізнес, я звертаюся до тебе за свою роботу, я звертаюся, всесильний Бог, я прошу тебе, Господи, допоможи мені, ти бачиш цей цар асирійський, він тисне, він давить, і вроді проблеми вже повністю огорнули, і немає виходу, і Бог посилає свого ангела і дає вихід. Слава Ісусу Христу! Я попрошу, щоб зараз ми встали на свої ноги, і ми прийшли до молитви, дорогі друзі, і я хочу зараз молитися, в кого є якісь певні проблеми, в кого є якісь певні переживання, хто має якісь певні труднощі. Можете зараз підняти свою руку, я буду молитися, це буде крок віри, підніміть свою руку догори, і ми зараз це все принесемо, піднімаючи свою руку, це ті листи ви приносите перед лице Боже, дорогі друзі, підніміть і так тримайте свою руку, я буду молитися, це крок віри, не дивіться ні вправо, ні вліво, зараз ми дивимося на того, хто є цар царів і пан панів, і він чує твою молитву, піднімаючи свою руку, ти зараз приносиш ці листи перед лице Боже. Дорогі друзі, церква, я прошу, плачте з тими, хто плаче, і тіштеся з тими, хто тішиться. Ми повинні стояти в проломі, сильні несіть немочі слабших, а не догоджайте собі. Давайте ми зараз будемо молитися за ці всі нужди і за ці всі проблеми. А хто має певні труднощі, підніміть свою руку, і я буду молитися. Слава тобі, Господь, алілуя!